Смартфон Huawei SN P7 является флагманским решением компании с Поднебесной. Толщина корпуса всего 6,5 мм, задняя и передняя поверхности прикрыты закаленным стеклом, а верхние и боковые грани обведены алюминиевой полосой. Диагональ IPS-дисплея равна 5 дюймам, что при разрешении Full HD дает впечатляющую плотность пикселей 445 ppi. За производительность отвечает фирменный 4-ядерный процессор HiSilicon Kirin 910 с частотой 1,8 ГГц. Емкость оперативной памяти 2 ГБ, а внутренней 16, из которых пользователю доступно около 12. При желании этот объем можно увеличить с помощью карт памяти стандартной microSD. Большой упор сделан на камеры, разрешение основной 13, а фронтальной 8 мегапикселей, при этом обе снимают видео Full HD. К достоинствам Huawei SN P7 относится хорошая аппаратная платформа, отличный экран и стильный внешний вид.